Всем привет! Сегодня посмотрим Ford. Вот база L4 H3 2015 год. Вот, сейчас заведем, посмотрим. Есть, вижу, парктроники. Так, 2015 год. Вот 2.2, 120 лошадей. Комплектация Trend. Сейчас обойдем автомобиль. Посмотрим. Двери на магнитах. Вот здоровенный такой автомобиль. Сзади парктроники также есть. Стоят в паре с принтером. Длина где-то одинаковая. Вот два ключа. Начнем с багажного отсека. Вот. Состояние такое. Купа ладовских подсветок. Цена автомобиля 14 900. На старте. Так, резина 235-65-16. Так. По комплектации. Вот 2+1. 124 тысячи пробег автомобиля. Сейчас посмотрим. Должны быть документы. Вот. Сейчас заведем, послушаем. Немножко грязно. Так. Вот, тут можете звонить. Бардачки, сервисные документы там походу. Сейчас обойдем, посмотрим. Так, заведем. Вот ключ выбрасывается. Тут одно неудобство, чтобы открыть капот на заведенном автомобиле, надо иметь два ключа. Показывает, что зима, еще нагревается, сейчас упадет. Так, мультируль, кондиционер, так, купа всяких Так. Что тут еще показать можно в Форде? У кого есть Форд? Так, есть подогрев лобового стекла. Очень хорошая функция. Парктроники включаются, отключаются. Мультируль, понятно. Все. Все, что надо. Легко работает. Так, вот такая вот система Форда. Что вам еще показать? Выйдем, послушаем. Стекла все родные. 15-й год Ford. 15-й. Вот такой вот автомобиль.
посмотрим. Документы какие-то. Вот и сервис. Последний сервис 99 000. Вот его ВИН-код. Так что вперед на сервис. Проверяем. Вопросов мне никаких не задавайте. Так. Все, что было. Еще что-то есть. Какой-то блок от чего-то. Такой вот сегодня у нас автомобиль. Подлокотник есть. Есть полочка под кофе, мягкая перегородка, двойная походу, обесшумлена. Вот такой вот автомобиль, ребята, сегодня. Кого интересует, все вопросы есть, телефоны есть. Вот, всем пока и до новых встреч.